стаканчик выпьем. Это туда, когда мы бежим. Да, да. То есть мы стартуем вот так. Один круг, бежим туда, мимо ЖД больницы. Там впереди будет кирпич, прямо вот так вот. И на столбе тоже я на столбе сейчас покажу. На ЖД по вот этой... Вот дорогу перебежали, вот это со ступенек, на ступеньке мы не бежим. Сразу на... Да. И по над ним, там стрелочки есть, тоже все обозначено. Дальше больницу огибаем тоже. Выбегаем на пешеходную по дороге. Парк. Да, парк у нас по левой стороне. Да. И бежим аж до Красина. Выбегаем еще мы Красина. Не Красина, а какая-то Бутырина, да? Перед Веркой. Ну там туда. Гоголя, да. Гоголя перебегаем. А, Гоголя, да. И до Троицкой. Да, это бывшая Красина. И бывшая Красина, да. Мимо Лёдка у нас, Лёдка у нас по левую сторону, да, стадион. Да. И да, мимо Ампера, на набережную, и все, мы уже здесь. Планируем 4:40-4:45. Они уже вот. Носочек это чехол? Сюда. Серьезно? Тут сейчас рекорд делается, между прочим. Передавай эстафету! Передавай часы! Все! Давай, хорош стоять! Удачи! Ну что, пошли? Куда пошли? Люди только убежали, тебе уже идти куда-то надо, боже мой! Блин, а можете, может, Вячеславу дать водички тоже? Ну,
если что остановится. Кому нужна вода? Пожарникам сейчас. Вода кому нужна? Разбойник. Что? Кому? Хорошо. О. Женя, давай Денису, это в Салатово. Нет? Давай, держи. Оп, 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 все. Что-то мы быстрые. А сколько? Сколько? 4,45 на километр. Ну, нормально. Как тебе очень молится? А куда пошел? Я бегу по 6,30. Миша поехал домой. Да. Они по 4,45 сейчас. А вот эти вот... Вы по сколько бежали, скажи? Можно, да? По 3... 3,58 люди бежали. Еще надо... Да, 3,50. Мы бежали, разговаривали, в принципе. Ну, в принципе. Такой, не напрягайся. Блин! Молодцы! 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 Ничего, тоже молодцы! Молодец. Молодец. Продолжай. Я быстро, конечно. Я пока поем. Я, кстати, решетила на бег. Пита. Вы, может, присядете? Это какая-то будет. Сережа лучший. Денис нормальный. Команда супер. Давай, ребята. А Славик где? Я здесь. Вода есть, а печенье. Печенье. Один, два. Кому кока-колу? Кому печеньки? Ой, водичку. Бутылку. Печенье? Так, еще 5 минут. 5 минут, конечно. Не торопиться, да, все, все успевают. Даже делай 2:10, потом мы догоним. Потихоньку. А вдруг я вот сейчас как попрет? Давай, пусть попрет. Олечка, удачи тебе. Удачи. Что тогда рада была видеть? Не знаю, ничего не горит. Все, вас видно, Сережа. Да? Да. Но там нет 20, мне кажется, тоже нет. Я же говорю, мне кажется, ну, там еще должно было быть 2 километра. Какие он решил? Да, 40. Ну как? Ну, он что-то разогнался. А что он разогнался? 2 километра, 8 минут. Ну, я же говорю, что должен был быть еще вот этот круг. А, то есть да, все-таки 20. Все, все правильно, хорошо. Просто он забегает в свое время, то 18-10 вот это. Не дает тебе Оля зазора. Не дает, вообще не дает. Ни шанса, ничего. Ты опять ко мне пришел? Отлично. Что, как они принимают? Ничего не натер? Хорошо. У меня уже форма. Оля готовится. Ну, по времени. Он просто быстрее времени справился с дистанцией, поэтому он решил дотянуть. Надо по максимуму выжимать это все. Там говорят, народу уже... А, 11? Ты шутишь. Я не шучу, я понтую. Причем на себя. На камеру понтую. Потому что я снимаю всех. Мамочка, давай мама скажет. Что ты скажешь? Сережа, я рад, что ты у меня такой хороший спортсмен. Что выиграл
мама съела два банана. Ничего страшного. Хоть что-нибудь можно маме скушать. Мама еще поделилась. Я с тобой? В общем, мы бегуны. Желаю вам удачи, Сереж, там тебе все знаешь. Я вас люблю всех. Я вас люблю всех спортсменов. Всех люблю и вас, и спортсменов. Всех, кто участвует в спорте. Удачи. Ты что-нибудь скажешь, Сережа? Я присоединяюсь к уже сказанному. Серега, я не то, что я тебя люблю, но уважаю. Респект. Бегай дальше. Выше, сильнее. Быстрее. Ловчее. Ловчее. Боже, ты уже всю кока-колу, наверное. Да, наверное, да. Вредная жадость. Но она помогает при беге. Она при беге. Сахар дает. Да, сахар сразу в кровь всасывается, и отлично. И потом оно все равно ты потеряешь. Сережа, давай! Сережа! Куда? 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 Оля, давай, 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 давай! Все. Ты что, я там такую речь сказала вообще для истории. Молодец. Ох, ароматы ванили. Ох ты ж, боже. Спасибо. Группа поддержки вместе. Отличный вечер. Сегодня получилось как раз 18. Блин, Оля, давай! Она уже не услышит. Она услышит. Меня слышно везде, не переживай. Так я тоже хочу. Люди реально попали. Ближний, дальний, переключай. Светящиеся в темноте. Так, все, у нас заключительный этап эстафеты. Девчоночки будут финишировать. Пока-пока, давайте, успеха! Давайте, давайте, вас. Давайте, еще.
272.